Из Каменки в Сороки за 1,5 рубля. На самолете. И это реальность. Так было в советские годы. В Каменке был свой аэропорт. Работал более 40 лет. Каждый день самолеты летали в Кишинев, Сороки и Бельцы. Аэропорт в Каменке официально открыли в сентябре 1950-го. Первые самолеты ПО-2 возили почту из Кишинева и вмещали 2 человека. В мае 1952 года произошло большое событие для нашей Каменки. Прилетел из Кишинева самолет Ли-2, вместимость которого уже составляла более 20 пассажиров. С этого дня начали осуществляться рейсы из Кишинева в Каменку по расписанию. В конце 60-х в Каменку начали прилетать самолеты побольше. Они вмещали более 30 человек. Летом каждый день было по 4 рейса в Кишинев и по 2 в Сороки и Бельцы. Тогда до Кишинева можно было долететь за 0,5 часа и 3 рубля. Расцвет работы Каменского аэропорта пришелся на 80-е годы. Из документальных источников известно, что, например, в 85-м году из Кишинева в Каменку было перевезено более 6 тысяч пассажиров. Рейсы осуществляли самолеты типов Як-40 и Ан-24. До Кишинева можно было долететь за 0,5 часа. Стоимость билета была 5 рублей. Мы ездили с родителями в Кишинев. Безусловно, мы пользовались аэропортом. Это было очень быстро и это было очень удобно. Но самое важное для меня, то, что связано с аэропортом, это экскурсия всех отличников. Катали на самолете. Не просто так мы катались и смотрели на облака. Нам показывали рельефы нашей страны. Аэропорт работал до развала Союза. Сейчас вся территория аэродрома в частной собственности. На бывшей взлетной полосе выращивают кукурузу.